23 февраля. Я служил в те времена, когда Красная Армия далеко прогнала буржуев. Сейчас другие времена. Интересно, а молодежь собирается идти в армию или нет? Вот я сейчас попробую завести то, чего меня учили тогда, давно, в Советской Армии. Поехали! Пытаемся откосить, на военку идем. Так, подожди, военка, это значит, ты военная получишь звание. Кафедра. Да. Ну, звание получу, главное, служить не буду. Как вы считаете, молодежь вот сейчас должна идти служить, конечно, в армию или нет? Вот расскажите, почему молодежь должна идти в армию? Да потому что мужчиной станешь. Защищать нашу родину, нас. Станешь мужчиной, там будешь мужиком станешь. Придешь и совсем по-другому будешь смотреть на жизнь. Все мужчины должны служить или кто хочет? Да я думаю, кто хочет, потому что зачем заставлять принудительно, если все равно потом все отслужат и сидят дома. Я считаю, что каждый мужчина должен служить в армии. Да. Спасибо. Вы сами служили? Нет. Мужики должны служить в армии или нет? Естественно. Сами вы пойдете в армию? Да. Нет, я не рвусь на службу. Почему? Слишком плохая репутация у нашей армии. Боюсь, это бесправие, дедовщина и так далее. 23 февраля. Знаете, что за праздник? Да, знаю. Какой? Служить пойдете? Нет. С праздником тебя, родной. А те, кто думают, что быть механиком-водителем – это просто кататься вот на таких замечательных машинах, то тот немножко ошибается. Быть механиком-водителем – это одевать вот такую машину, вот в такую обувь. Ох, знали бы вы, сколько весят эти траки.